Ну, всем, кому-то нравится Египет, кому не Турция. Я сейчас просто выйду на балкон. У нас здесь в Риге 7 утра. А мне нравится это снимать. Утро. Утро Прибалтики. Чем это некрасиво? Вы видите красоту, нет? Красоту природы. Чтобы видеть, нужно ощутить. Для меня это прекрасно. Для каждого человека по-своему это хорошо. Одному нравится одно, мне нравится вот это. Для меня это самое красивое и самое прекрасное, что есть на данном свете. Рассвет. Естественно, снег идет, солнца не видно, луны не видно, ничего не видно. И, скорее всего, это в течение дня будет продолжаться. Но это что же хорошо. И это хорошо. Сейчас мы заглянем за дом. Там у меня озеро. Как по-русски говорится, запорошило. Хотя буквально день назад была оттепель, ну, в принципе, как и всей Европе. Вот. Частный сектор, люди убирают. Молодцы мужики. Ой, какой снежок. Красота. Ну, конечно, кто любит тепло, для него это не красота. Кто любит хорошую погоду, это вот красота. Каждому свое. Какой лес. Какой лес. Вы посмотрите. Это все сверху падает. Это все красота. Все красота. Деревья красота. Красота, на них лежит снег. Это все красота. Я думаю, что многие поймут, о чем я говорю. Ну, кто не поймет, ну, у тех, значит, другая красота. Я лично стою здесь и наслаждаюсь. Наслаждаюсь нашим воздухом. Нашим воздухом, то, что нам дано, мы и должны ощущать, познавать, улыбаться, радоваться. Я думаю, что в этом смысл вот этого всего, что здесь происходит. И не имеет значения,
это в Прибалтике, это в России, это на Украине, это в Америке. У нас все одно. Все одно. Все должно быть прекрасным, сбалансировано, красиво. Может быть, когда-нибудь наступит это время. Хотя вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. И все этого хотят. Но что-то не получается. Ну, а так просто. Поснимать, постоять в тишине. Я думаю, это, ну, для меня это, мне это в кайф. Сейчас немножко снимаю. Постою, немножко померзну. Ну, хотя не так холодно, может, градусов 5-7. Снег падает, значит, это не очень холодно. Руки не замерзли. Окей. Постоим в тишине. Может, это не эстетичный ролик, но как бы правильно сказать, но он правдивый. Да. Люди что любят? Правду или любят обман? Я думаю, что правду. Так что этот ролик из жизни. То, что есть. Просыпайтесь, люди, снимайте, улыбайтесь жизни. Будь это рассвет, будь это закат, будь это солнце, будь это пасмурные дни, всегда можно найти в них свою изюминку, то бишь красоту. Природа любит красоту. Природа вам дает красоту. Используйте это. Все будут улыбаться, и все будут довольны и счастливы.